Патологоанатомическое отделение Люберецкой областной больницы закрыто на капитальный ремонт. Его проводят в рамках губернаторской программы здравоохранения Подмосковья. Этап проводимых работ проинспектировал глава Люберец Владимир Ружицкий. Патологоанатомическое отделение, расположенное на территории первого стационара Люберецкой областной больницы, построено в 60-х годах прошлого столетия. С того времени его ни разу не ремонтировали. Здание нуждается в масштабном обновлении, вплоть до замены коммуникационных сетей. С середины июля вместо людей в белых халатах здесь работают подрядчики. Было принято решение на уровне губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Здесь сделать вот такой ремонт. Мы вошли в областную программу. И сегодня делается ремонт. Это более 37 миллионов рублей. Новая кровля, система вентиляции, косметический ремонт, реставрация фасада и благоустройство территории. Основная часть работ уже выполнена. Через два дня начнется установка дверей. Всего на ремонт ушло к сегодняшнему дню 1,5 месяца. То есть работы достаточно идут в таком хорошем темпе. Не вызывает сомнений, что объект будет сдан в срок. В этом отделении работает 8 врачей. Они приступят к своим обязанностям 1 сентября. К этой дате завершат все работы, связанные с ремонтом самого здания. А благоустройство прилегающей территории завершат чуть позже, в середине месяца. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.